честь Дня России в Самаре создают праздничный стрит-арт «Мы любим Россию». Накануне праздника стартовал фестиваль граффити. Его организовали резиденты арт-кластера «Таврида» Татьяна Захарова и Ольга Ситникова. Сегодня мы встали все рано с утра, подготовились заранее. В течение 2 дней создавали этот арт-объект, проектировали его. И сегодня у нас есть такая прекрасная возможность поздравить всю страну, поздравить Самарскую область с Днем России. Более того, мы флешмобом нашим отмечаем также День граффити. И у меня лично ощущения такие воодушевляющие, патриотические, здорово. Сегодня у нас финальная часть, завершение, фестиваль граффити. У нас принимают участие волонтеры культуры, волонтеры конституции. Мы рисуем такое, можно сказать, флешмоб будем создавать. Рисуем непосредственно буквы, которые мы в конце сделаем фразу большую, что мы любим Россию, поздравим всех наших граждан с таким чудесным праздником. Под руководством Семена Маверского на площади Славы добровольцы создают рисунок, состоящий из 14 отдельных полотен. На каждом из них нарисована буква, которая имеет свой смысл. Ну, достаточно такой патриотический проект. На нем изображена фраза «Мы любим Россию», и каждая буква олицетворяет какое-то из прогрессивных направлений молодежи. Например, на букве «И» изображены электровышки. Это сделано для ассоциации с экономикой, с электрификацией в частности. На букве «Ю» часть буквы ассоциируется со значком соцсети. Это буква «О», она обозначает направление сельского хозяйства. Вот, она изображена в виде яйца. Сейчас я ей добавляю объема. Организаторы планируют, что готовые арт-объекты разместят в музее модерна. Елена Малютина, Максим Гусев. События.